Благотворительный фонд помощи детям «Детский киномай» делает все, чтобы в майские дни ребята узнали как можно больше о кино, чтобы дети смогли посмотреть хорошие фильмы, встретиться с актерами, режиссерами, писателями и журналистами, которых до этого видели только по телевизору. В этом году киномай во главе с президентом фонда Лидией Евтушенко приехал и в Десногорск. Мы постараемся вас всех как бы порадовать своим творчеством, своим обаянием, потому что у нас каждый из них очень обаятельный человек. С ответным словом выступил заместитель главы Десногорска Александр Новиков. Он поблагодарил от лица мэра звездную команду за приезд. Особая благодарность прозвучала и в адрес депутата Государственной Думы Ольги Окуневой, которая познакомила и подружила киномай с Десногорском. Открывала 11-й киномай артистка театра и кино Анна Куркова. Красивая и талантливая девушка исполнила известные многим песни и поучаствовала в интересном конкурсе комплиментов. Десногорские джентльмены, разумеется, отличились, и от желающих принять участие в конкурсе не было отбоя. Самый красноречивый участник получил звездный автограф Анны. А вы можете повторить его комплимент? Про голубые глаза. Про глаза, потому что глаза – это зеркало души. Много веселых загадок для детей и взрослых прозвучало в тот день со сцены. Ребята с большим удовольствием играли в игру «Помогатор». Отличились на фестивале и взрослые, которые с детским задором танцевали на сцене. Известный астролог Тамара Глоба составила астрологический прогноз города. Она с удовольствием рассказала жителям Десногорска о предстоящих переменах. Самая интересная перемена начнется здесь через 2 года. Вот я думаю, что как раз через 1,5 и 2 года пойдет период, который выведет город на новый уровень. Режиссер и писатель Анна Трескунова покорила десногорского зрителя своей женственностью и обаянием. Девушка пишет для взрослых и детей, поэтому легко подобрала ключик к сердцам и тех, и других. Журналист Ирина Милетина пригласила всех десногорцев на свои мастер-классы и семинары. Актер театра и кино Андрей Носков в жизни оказался таким же харизматичным и веселым, как и его герои многочисленных сериалов. Тут-то и дарите ему благую весть. И говорите ему: нет, зритель, ты не дурак. Киномай в Десногорске был ярким и познавательным. Отметили гостеприимство города и звездные гости. Люди открыты, они хотят жить, хотят впитывать информацию, поэтому нам сегодня было легко выступать. И я надеюсь, что это будет не последний раз, так что увидимся. Киномай и его звездный состав после фестиваля многочисленных мастер-классов уехали радовать своей программой другие города России. Они уехали, но обещали обязательно вернуться. Виолетта Ефименко, Юлия Соболева, Светлана Разганова, Десна ТВ.